Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство. Меня зовут Пашка, и сегодняшняя тема видео, как обычно, интересная. Сегодня мы будем говорить про медово-пироговые рамки. Смотрите, друзья, тема будет очень интересная, вопросов очень много. Самые интересные вопросы, которые задаются, что делать, куда ставить, как сберечь и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, чтобы вы, в принципе, понимали, да, имеется в виду, что медово-пироговые рамки, для чего они вообще нужны? Для чего вообще пирога нужна пчелам, чтобы вы понимали? Пирога нужна пчелам для вскармливания и выращивания расплода. Пропорции. Я 100% не помню эти пропорции. Весной, конечно, мы это все напомним, но получается, что пропорция где-то то ли 700, то ли 800 грамм пирги и кило с чем-то меда. Ну, давайте просто заокругим. Я примерно скажу. Если хотите, найдите точные цифры в интернете. Там может быть чуть больше, чуть меньше, но имеется в виду, что это нужно столько корма для вскармливания 1 килограмма пчелы. 1 килограмм пчелы, чтобы вы меня, друзья, понимали, это примерно 10 тысяч особей. Ну, вот так, да? Ну, вопрос-то теперь в другом. А зачем пирога в зиму? Оставлять, не оставлять? Смотрите, друзья, в принципе, пирога не очень хорошо идет в зиму. Оставлять ее вообще нежелательно. И получается, я уже вчера рассказывал в одном видео, что зимовать на меде или на сахаре, то один из плюсов зимовки на сахарном сиропе заключается в том, что нету там пыльцы. Ну, той же шпирги, можно сказать, да. И получается, что это как бы большой плюс. И он не нагружает кишечники. Что хочу сказать. Вообще мне говорили, что там в Сибири как зимуют там... Там. Ну, поймите, друзья, я, честно говоря, не сильно знаю, как зимуют в Сибири. Но, например, финны как зимуют, я знаю, как в Норвегии зимуют, я знаю. Они есть финский способ зимовки пчел. Они просто зимуют на сахарном сиропе. Еще очень интересно, нужно тоже так попробовать, как они это делают. Они берут, забирают все рамки, ставят рамки с вощиной и закармливают сахарным сиропом. Пчелы, получается, оттягивают рамки вощины и запаковывают туда мед, и таким образом у них получается, что у них нету вот этой пыльцы, нету вот этой пирги в рамках. И таким образом получается, пчелы очень долго зимуют, длительное время без облетов, у них не нагружены кишечники, и получается, они не опонашиваются. А что немаловажно, сейчас вы мне скажете, а почему светлые соты? У нас же деды говорят, только черные, в черных сотах теплее. Смотрите, друзья, теплее, холоднее, это, в принципе, все относительно. В светлых сотах матка сеет немножко позже, чем в темных. Имеется в виду, что здесь все просчитано, все сделано. В принципе, подход с точки зрения науки имеется в виду. Это, в принципе, финский способ зимовки. Это, в принципе, что-то с чем-то. Это интересно, продумано и сделано. Имеется в виду, что пчелы зимуют очень длительное время, и они зимуют, в принципе, без потерь. К чему я это все веду? Вы уже поняли по началу видео, что я имею в виду, что пирога или пыльца в меде – это не очень хорошо для зимовки. Почему? Да все логично, друзья. Пчелы зимой находятся в таком спокойном состоянии, и они, по сути, не вскармливают расплод. И получается, чем дольше не будет расплода, тем будет лучше и для пчеловода, и для пчел. Получается, ну, в наших краях, в принципе, расплод может быть и после Нового года. Это не так уж страшно, не так уж плачевно, да, потому что, опять же, есть облеты. А если безоблетная территория какая-то, то, конечно же, ранний расплод – это в действительности немножко плохо. Так. Как сберегать и куда ее ставить, вот эту пироговую медовую рамку. А тут здесь, опять же, смотрите, друзья, самое интересное в чем, что если мы вообще пороемся по Ютубе, ну, насколько я знаю, меня, опять же, смотрят люди, и меня смотрят, и там других блогеров, в принципе, кого, Стрельца смотрят, да, там еще более таких топовых блогеров, которые действительно, ну, являются... метрами пчеловодства, ну, имеется в виду, что топ-блогеры, да, то вы можете увидеть, что каждый зимует по определенной технологии. Это имеется в виду, что одни зимуют так, другие зимуют так, третьи зимуют так. К чему я это все веду, друзья? Имеется в виду, что почему, какая технология зимовки? Ну, например, лично я люблю зимовать
гнездышке. В расширенном гнезде это имеется в виду. Я оставляю корпус там медовый, да, к примеру, и получается таким образом им все оставил. Да. Сколько там клуб займет? Займет 5 рамок, займет 6, займет 7, займет 8. Я уже на это не обращаю внимания. К примеру, 8-рамочный корпус с алюминия мы заставляем медом. И таким образом мы их пускаем в зиму. Да, это имеется один из наших таких способов зимовки. Есть люди, которые специально пчел сжимают на 4-5 рамках, ставят их в полномедные рамки и таким образом тоже зимуют. Я, насколько не ошибаюсь, это же Анатолий у нас так зимует. Да? И таким образом, к чему я это все веду? Если зимовать в сжатом состоянии, то перговые рамки в гнездо ставить не можно. Если зимовать, как я, например, говорю, что получается, в общем, сильная семья занимает где-то 8 рамок. Средняя, слабая, 5, 6, 4, это имеется в виду. В основном пчелы формируют клуб в зимовку по центре. Ну, к примеру, давайте мы вот сейчас подойдем, и я вам примерно покажу на вот этом улье. Чтобы вы меня, в принципе, понимали. Смотрите, друзья, это классический 10-рамочный корпус, и если мы им поставим 10 рамок, к примеру, как я бывает делаю, я перговые рамки могу поставить здесь крайнюю и здесь крайнюю, а центральная часть заставляется, в принципе, ну, такими медовыми рамками, где-то по центре может быть такая малоперговая рамка, ну, что-то такого, знаете, имеется в виду, что такое тоже возможно. И позволяю пчелам формировать клуб, я их не заставляю. И получается, что пчелиный клуб всегда формируется напротив литка, и они в основном формируются в передней части и получается на пустом соте, чтобы вы меня понимали. Бывают, опять же, случаи формирования пчел в задней части. Это плохая зимовка. Я вообще всегда переживаю за это. И если я такое осенью увижу, то я всегда пчел меняю местами. Хотя опытные пчеловоды говорят, да ничего там страшного нету. Они таким же образом, в принципе, пойдут за медом вперед. Ну, я что-то переживаю, да, имеется в виду, что я всегда меняю. То таким образом, друзья, получается такая ситуация, что пчелиный клуб, как он формируется? Он сформировался в передней части. Вот сейчас мы вам покажем сбоку, да, в разрезе. Пчелиный клуб формируется в этой части, вот так. Потом он поднимается вверх по медовых рамках. До Нового года в основном пчелиный клуб поднимается вот здесь. И после Нового года начинается движение назад. И то, что я вам только что рассказал. Я вам рассказал ту историю, что получается пчелиный клуб, как он ни крути, он не занимает 10 рамок. Он занимает, получается, только 8, только 7 рамок. И вот эти боковые рамки перговые он не цепляет. И, в принципе, так можно пергу сохранить до весны. Но есть одна, как бы, проблема. Если у вас плохая вентиляция в улье, то получается, эти рамки, если они не будут печатные, то они могут, как бы, покрыться плесенью, спортиться, забродить. Так что, опять же, вот эти все вот такие мелочи не упускайте. Всегда должна быть хорошая вентиляция. Если гнездо разжатое, то получается вы без проблем можете так зимовать. А потом весной вы центральные рамки, которые пустые, вынимаете. Как бы боковые медовые рамки в центр сдвигаете, и все. И, в принципе, вся ваша работа как бы на этом заканчивается. Опять же, перговые рамки поставляем тоже ближе к пчелам, чтобы они их перерабатывали. И таким образом вы перезимовываете. Если, ну, перезимовали и началась весна, пошло хорошее развитие. Если у вас вообще другая немножко ситуация, если вы хотите сжимать на 4-5 рамках, то здесь немножко сложнее. Если вообще слабая семья, то им вообще перговые рамки нельзя ставить, потому что слабые семьи, они сами по себе употребляют большое количество меда, точнее корма, да, потому что пчел мало, а функцию обогрева, как бы, ну, как не функцию обогрева, функцию работы, функции зимовки и получается функцию клуба они в любом случае должны как-то создавать. И там, получается, конечно, есть разница между сильными и слабыми семьями, но имеется в виду, что слабые семьи больше употребляют меда, и у них есть такая проблема, что они могут обделаться. То для того, чтобы такого не было, конечно же, лучше, чтобы перги в ульях не присутствовал. Вот такая, друзья, ситуация. Как же сохранять пергу, если ее, ну, как сказать, негде сохранять? Ну, держать в ульях до позднего времени, имеется в виду, пока уже
будет температура не ниже 10 градусов, когда мы уже делаем последние как бы сборы, просмотры, вынимать вот эти перговые рамки, ставить где-то в отдельные улья, лежаки в корпуса, закрывать это все, обрабатывать немножко серой, если что, на крайняк, это имеется в виду, чтобы моль не завелась, потому что моль такая зараза, что она может... в действительности при очень холодной погоде может орудовать в этих рамках. Таким образом получается, что тоже как вариант это тоже можно сделать. Да? А если в лежаках, то такие рамки лучше сохранять за заставной. Имеется в виду специально для весны. Ну а если есть у вас хранилище, то вы вообще суперовый человек, где-то какое-то помещение, где не заведется моль, где не будет бегать мыши, грызть вот эту вощину с первой, то как бы вы будете... ну, в плюсе, да, имеется в виду, что вы выиграете. Так что, друзья, мы только что поговорили, что, по сути, перга зимой вообще не нужна. И чем ее меньше будет, тем лучше для пчеловода и для пчел. Почему? Потому что если перговые рамки будут где-то в центре, то получается, есть большая вероятность, что перга будет попадать, ну, при переработке, получается, ну, пчелы будут ее употреблять, то получается, что может быть... понос у пчел. Может быть такое, что они начнут матку кормить. Ну, у них так будет какая-то теплая погода, потому что если мороз, то они, конечно же, матку кормить рано не будут. Если будет какая-то теплая погода, и у них будет перговая рамка где-то в центре, сбоку, где они ее могут взять, то они могут посчитать, что, в принципе, уже весна пришла, и начать матку кормить. Так что это тоже может быть. И, чтобы вы понимали, если потом встают холодные дни, есть много расплода, пчелы немного, то получается, опять же, это чревато тем, что пчелы могут опоноситься, осыпаться, сожрать весь мед. Ну, много разных как бы таких есть нюансов, когда есть расплод, большое количество расплода в пчелиной семье, да, то чтобы вы, в принципе, понимали. Ну что же, я думаю, я вам рассказал чуть-чуть, опять же, чуть-чуть. Будем, в принципе, формировать пчелиные гнезда в зиму. Ну, я, в принципе, у нас все было.